Ну и теперь время ваших вестей с жителями столичного региона. Мы идем дальше. Эфир телеканала «Россия» продолжает «Томские вести». В студии Наталья Галактионова. Здравствуйте. Вот о чем сейчас пойдет речь. События, которого ждали. В Тульской детской областной клинической больнице открылось кардиореуматологическое отделение. Красивым стройным маршем. Тула готовится к параду Победы. Каким он будет в 2020-м? Подготовительные работы к 500-летию Тульского Кремля вышли на финишную прямую. Какой культурный подарок готовит к этому важному событию сотрудники Куликова поля? Один житель Тулы и области выздоровел от COVID-19. Продолжаем выпуск. Десятилетний юбилей отмечает в этом году всероссийская программа «Деревья. Памятники живой природы». За это время на сайт проекта поступило около 900 заявок со всей страны о включении вековых растений в национальный реестр. 216 из них получили статус «Дерево. Памятник живой природы». В 40 краях и областях. Еще информация о погоде. Внешне на этом все. До встречи. Предстоящая ночь в нашем регионе будет плюс 19 градусов. Завтра синоптики обещают переменную облачность, местами возможны грозовые дожди. В дневные часы воздух погреется до плюс 29. Ветер восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 45%. Александр Калягин, Денис Мацуев и я предложили поправку к существующему тексту Конституции. Подобно нашему герму, она двуглавая. Первое – это констатация того, что наша многонациональная культура является символом России, ДНК России, ее конкурентное преимущество в веках. Второе – что сохранять и оберегать культуру обязано государство. Без государственных гарантий культура оказывается в опасности. Поэтому наша поправка актуальна, и я очень надеюсь, что с вашей помощью мы запишем ее в основной закон России. Здравствуйте, уважаемые эксперты. Вот дом, выпил только что дом. Это начало разговора, причем именно сегодня. Это наша история! 60 минут по будням на канале «Россия». Вести FM. Первые о главном.